Привет, друзья! Мы часто слышим за ваше здоровье. Давайте разберемся, как содержимое этого стакана влияет на здоровье ваших зубов. Маленькая предыстория. Зубы разрушаются под действием трех факторов. Биологического – это микробы полости рта, пищевой налет. Это механический фактор – не совсем корректная окклюзия, травма при смыкании и не только, и под действием химического фактора – эрозии. Так вот, пищевые продукты, которые мы употребляем, в том числе напитки, имеют разный pH, разную кислотность. И чем выше эта кислотность, тем более выражено агрессивное воздействие этих пищевых напитков и продуктов. В данном случае давайте рассмотрим алкогольные напитки, которые мы очень часто употребляем в нашей повседневной жизни. Какие являются более агрессивными для зубов, а какие менее? Все очень просто. Чем выше кислотность, тем выше агрессивное влияние напитка. Итак, по списку, друзья, наиболее агрессивное влияние оказывают на наши зубы коктейли, в состав которых входит алкоголь, фруктовые соки и газированная вода. Причем вне зависимости, готовятся они в баре барменом или продаются в жестяных банках в супермаркетах. Менее агрессивные после них игристые вина. Далее просто вина, красные, белые, крепкие горячительные алкогольные напитки и наименее опасные пиво и травяные ликеры. Бытует мнение, что зубную боль можно снимать приемом водки, а также продезинфицировать полость рта заодно. Так вот, пользы будет очень мало, а вреда очень много. Потому что, как мы до этого уже с вами выяснили, алкоголь влияет на зубную эмаль. Он ее деминерализует и постепенно растворяет. Таким образом, активный частый прием алкогольных напитков сопряжен с риском потери зубной эмали. Как его избежать? Личная гигиена и, как минимум, можно прополоскать рот водой, если нет другой возможности. Регулярные посещения стоматолога и профилактические реминерализирующие сеансы терапии, когда мы укрепляем эмаль с помощью кап, с помощью фторирующих паст. И тогда ваши привычки не будут такими опасными для ваших зубов. Будьте здоровы!